Здравствуйте, Наум Трифонович. Что для вас великая победа? Великая победа – это для моего поколения и для меня. Это очень великое событие. Мое поколение именно давилось вот эту победу. Очень много жертв мы понесли, но все-таки победа досталась за нами. Для будущей нашей Родины, для счастья всех молодых поколений всего времени. Я горжусь именно своим героическим поколением, которое все сделало для того, чтобы добиться вот эту победу. Я, как именно представитель этого поколения, горжусь этим. И очень счастлив, что сейчас я познал, что принесла эта победа для нашего народа. Именно вот мирную, счастливую жизнь. Это очень меня радует. Можно рассказать, что самое яркое было в этой войне для вас? Что запомнилось, что можно рассказать поколению? Ну, для меня, для всей жизни осталось такое самое яркое воспоминание. Это начало войны в Японии. 8 августа, особенно 18 августа. За эту неделю я был передовой линии, именно в составе 152-го полка. И мы штурмовали город Хайлар. Вот эти дни я был пулеметчиком. И, конечно, для пулеметчика во время войны это очень опасно, чем для других, потому что противник в первую очередь старается именно уничтожить пулеметную точку. Всегда снайпера стараются убить пулеметчика. Но все-таки пулеметчик для этого, для своего подразделения самое главное лицо, именно как эти пулеметчики будут биться там, от этого зависит именно эта победа этого подразделения. Но я первые годы очень часто это сейчас, потом, когда эти у меня 40, 50, 70 лет было, работа, именно я головой окунулся на работу,
и добросовестно работал, выполнял свою обязанность по своей работе. А вот когда уже меня за 80 лет, часто, например, я вот дома, часто один с собой, тогда вот именно вспоминаю те военные годы. Даже день несколько раз иногда вспоминает. Тяжело было вообще, вот, особенно воевать. Да, конечно, очень тяжело было. Конечно, я боялся, конечно. Нет такого человека, который не боится. Это неправда. Но боясь, все равно думал, как бы остаться живым, именно выполняя свою обязанность. Старался первым уничтожить врага, чтобы живым остался. И какой был для вас День Победы? Каким вы его помните? Ну, конечно, очень радостным днем. Это для всех людей очень самый радостный день. Сейчас день праздник Победы. Самый радостный, самый хороший праздник для нашей страны. Все это тогда обрадовались, обнимались, друг друга обнимали, салютовали. И очень радовались, что мы остались живы, чтоб нас не убили. Вот свой День Победы где встретил наш ветеран? А, сейчас, ага. Свой день победы, потому что я, как понял, у каждого свой День Победы, в принципе. Я День Победы встречал здесь, на родине. Я в 45-м году был призван. И через 2 месяца, пройдя обучение военное, уже был на фронте. Как тогда встречали День Победы в Якутии? Что это было для людей? Разное было. Есть много плакавших было. Плакали, конечно, от радости. Но плакали, вспоминая своих погибших на фронте. Их таких много было. А сейчас совсем другое. Сейчас все рады, все смеются. А вот первый праздник Победы, то почти большинство, даже большинство как будто радуются, но у них текло слезы, секли слезы в глазах. У многих погибло на фронте, то отец, то брат, то родственники. Таких, например, в моем теле очень много. Из 180 призванных в армию погибло на фронте более 100 человек. Вернулись только около 80. И то многие раненые, кто без рук, кто без ног. Это какое село, можно подсказать? Где родился? Родился
Аюнский, первый председатель Самнаркома, где родился этот Турмамулон, великий поэт Якутии. Там очень великие люди родились и жили. В нашей республике родились и жили. Учились, работали. Много очень ученых, много поэтов в этой черкесской школе обучались. Этим я очень горжусь. Это сказали, как наша правительство республики, государство заботится сейчас о ветеранах, особенно в этот юбилейный год. Довольны ли вы, или же все-таки надо усилить меры поддержки ветеранам? Конечно, вот последнее время стали очень много уделять для ветеранов. И внимание и помогать нам, чтобы мы, нам было хорошо, довольно. Это радует меня. Но первые годы не так уж, конечно, очень это, про нас там на праздниках, но чисто бывали, но не как сейчас. Сейчас, надо. Когда нас стало все меньше надо. И меньше, уже к нам стали относиться совсем по-другому. Я очень рад, что дожил до старости, до глубоких лет старости. И получил такое удовольствие, что наше государство очень много уделяет нам и помогает. И не забывают, часто поздравляют в общем, постоянное внимание сейчас от государства. Вот это очень нас радует, ветеранов. И, наверное, конечно, это сейчас совсем нас мало осталось. Особенно таких, ходячих, которые на ногах держатся. И мне сейчас скоро, через 2-3 месяца, 97 лет будет. До 100 лет осталось только 3 года. Это здорово. Я самая у меня главная задача сейчас и самым главным желанием является дожить именно свой век полностью. Еще 3 года как бы сохранить свою жизнь. Хотелось бы услышать от вас, что бы вы пожелали поколению, которое, извините, Пепси, компьютеры. Что бы вы хотели пожелать от себя лично им, сделать это послание для молодого поколения? Ну, мое желание молодому поколению, чтобы они выросли и жили для народа, для своей страны, стали патриотами, любили свою родину. И как мое поколение всегда были готовы защитить свою родину. И, конечно, всем дожить долго, счастливо, мирно узнать,
что такая мирная жизнь, без войны, чтобы они жили без войны. И всегда, конечно, молодое поколение, чтоб помнило и гордилось моим поколением, поколением, которое принесло эту победу, эту мирную жизнь для них. Огромное спасибо за такую прекрасную беседу. Наверное, завершаем. Главное – здоровье, не болеть и быть всегда вот таким. Спасибо. 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 До встречи. Ага, до свидания.